Доброе утро. Тут где-то дельфинчик, я только что видела. Сейчас, пока включала камеру, не видела, в какую сторону они поплыли. О, вон, возле женщин. Это что вымерло? Я сейчас сниму тапки, пойду в воду. Боже, ну вон он там, видите, две женщины и девушка сбоку, и он там возле них. Они ему хлопают, он там ничего. Ой, смотрите, два, вон один, вон еще. Слушай, как рядышком возле них. Бывает уже. Хлопает дельфинчик. Он гоняет там. Ой, вот они, два сюда уже подплывают. Вот он, блин!
вон плывет мужчина, и не вот возле него вы. Он ныряет возле него. Че женщина, мужчина. Блин, прыгает, видите, что он творит? С правой стороны, получается, если смотреть на экран. Вон мужчина, голова, видите, торчит. И вот там в его стороне, он только что возле него плавал. Перемотаете назад. Женщина поплывала возле нее. Дня подряд мы делали, ярко заряжались, танцевали. Вчера, я так понял, нормально вы погорцевали по набережной, по клубам. А, я забыл, вчера же был. Ну все равно, парни старались. Так, и вот ребята все потихоньку стягиваются на парад.
Да, приготовьте, друзья, телефоны, да, Раз, когда сейчас будет Раз. Колоссальный такой парадик. Растюня! Как всегда по традиции. Растюнь! Вся техника морская. Наши гидроциклы. Чудик! Истории должны быть в Инстаграме шикарные. Раз! Растя! Зачем? Конечно, ради кайфа работает экстрим база. Растюнь! Ну все, он сейчас заплывет. Растюша, мячик где? Бегом, беги за мячом. Идем на обед. Думаю купить все-таки ту шаурму, которую я уже второй день не могу купить. Сегодня купаемся, отдыхаем и на вечер уезжаем. Очень жаль, что лето подходит к концу. Ой, кепка. Погода сегодня хорошая, жарко, но ветерок опять и шторм. Шторм. Индия. Пошли! Здравствуйте, сделайте шаурму одну стандартную. А будет? А? Одну. Ты ж не будешь? А ты будешь эту лепешку? А? Лепешку или такое что покушаешь? Лепешечки, что мы вчера покупали.
Я не знаю, я одразу чекаю. Думаю, ще на це займаю. Шаурму, мороженое на 30 гривен, вчера на 160, и лепёшку. Шаурма вкусная. Все покушали, идем. Прогулялись, посмотрели обстановочку, что поменялось со вчерашнего дня. Ну а что так сидеть на одном месте лежать? Мы вообще лежать не можем, вот так же с утра до вечера, как на пляже лежать. Не, нам вот это надо какое-то движение. Пошли, покупались, ну, полежали 5 минут после купания, там, потому что там наныряли. Ну и уже пошли, ходили там то на пирс, то с пирса, то... Короче, опять покупали. Пошли, растёни. Это пошли. Оказывается, не зря. Ты видишь, какая там очередь? Вот, ну там Василина какая-то. Матрёна. Матрёна.